Начальник службы участковых отдела полиции города Тейково Алексей Исаков задержал на месте преступления мужчину, подозреваемого в нападении на винный магазин. Офицер возвращался домой после работы и, услышав крики о помощи продавца торговой точки, задержал нарушителя. После небольшой потасовки злоумышленник сдался и был передан следственно-оперативной группе. У задержанного изъяли нож и похищенные деньги. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по части 2 162 статьи Уголовного кодекса РФ «Разбой». Подозреваемый в совершении преступления 33-летний мужчина, житель Краснодарского края. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Дойдя к магазину, я увидел, что дверь магазина закрыта. Хотя по графику работы магазин должен работать до 22:00. Вот в это время из магазина вышел мужчина. Мужчина сказал, что проводится ревизия, и пошел по улице. Вслед за ним выбежала продавец. Продавец была вся в слезах и пояснила мне, что данный мужчина под угрозой ножа забрал всю выручку из магазина. То есть я с целью задержания данного гражданина побежал вслед за ним. На улице я его догнал и обезвредил, то есть выбил нож из руки